Этих куда? Донецка, Прибалтика, Подмосковье. Товарищ офицер, прошу садиться. Так, готовим тогда запуск. Самолет подток, СПУ. Один парашют. Самолет подток включен на напряжение 24 вольта. Понял. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий, едут на родину милую в землю залечь. Отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда-никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана, и значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять пацан подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют.